Парни, всем привет! Сегодня на повестке дня чудо китайского автопрома. Что это у нас? Сан-Хён, короче, какой-то там. Короче, какой-то китайский Сан-Хён. Сан-Хён. Рамный джип, короче. Здоровая такая херня, конечно. Дело не в том. Проблема вот такая. Проблема тут вот. Это шоу лонжерона. Я думаю, видно. Так, покажу. Вот этот лонжерон отошел от морды, надо приварить. Вся площадка, вот эта аккумуляторная ходром ходит. Вот так вот, все так вот так шевелится. Так, если показать сейчас. Короче, все разбираем. И все, начинаем варить. Дальше включимся. Так, парни, разобрал я всю эту беду. Будем варить с той стороны, получается, потому что тут удобнее. Тут уже она получала по морде когда-то, и кто-то с такими, блядь, латочками, ну вот. Ну, так бы хотя бы проварил. Вот это провар я понял, ну, еще ладно. Стоит все как положено. Вот это залипуха. Это сварщики такие залипуху делают, блин. И такая залипуха вот тут везде. И вот тут, соответственно, залипуха. Вот оно тут все оторвало у него. И начало рвать. Вот. Вот тут, соответственно, все порвано. И тут ни хрена не приварено. Просто, короче, герметиком позамазывали точки, даже никто не умудрился приварить. Ну, короче, кто-то сделал залипуху. Теперь мы это все будем переделывать, эту залипуху. Все, режем, защищаем сейчас. Так, парни, подразобрал, я тут все позащищал. Тут надо проваривать. Вот эта вся часть тоже отошла от этой. Надо приваривать и с этой стороны, и с той. Здесь сейчас вот эту залипуху всю расчищу. Вот тут-то все надо позаваривать. А потом уже усилить. Вот здесь я порвало все. И так, вот здесь я когда-то варил кто-то. Но все равно вот трещины пошли. Так, и вот здесь трещину нашел еще одну. Сейчас еще тут расчищу, по-моему, еще и тут трещина. Сейчас глянем, где отверточка у нас. Может, ничего нету. Может, ему не кажется. Не, мне не кажется. Сейчас болгарочка чистанем. О, трещина. Тоже надо заварить. В принципе, вот такой объем работ. Я же говорю, что мне пришлось просто разобрать всю морду, прежде чем варить. Тут сейчас тоже все подзаварим, подзачистим. Видео, которое я говорил по машине, которая в жопу ударенная была, она стоит на улице. Я ее уже почти сделал, видео будет позже, потому что на нее еще не хватает запчастей, нету бампера и нету на нее... что на нее нету бампера и крышки задней. Багажника. Машина стоит, я ее уже... Ну, интересно. Видос, короче, вытянул я там жопу. Это анонс. Я же в том видео говорил, потом пропал на месяц, потому что занимался той машиной, и запчастей нету, сейчас ничего не снимаю. Сошла это на ремонт, покажу вам эту тачку. Все, сейчас
буду разматывать сварку и уваривать тут. Включимся дальше. Ну тут вообще, парни, печально, короче, было. Я взял, вырезал, ну такие трещины были печальные, типа такого. Я взял, вырезал, думаю, ну, смысл оставлять, лучше я сейчас нормальную латку с миллиметровки поставлю. Сейчас вот так обварим. Тут через точечку приваримся к вот этому пятаку. Этот пятак, это получается у нас держит площадку вот эту, аккумуляторную. Потом уже тут будем смотреть, что дальше делать. Ну тут потом шов, скорее всего, будет. Может, тут тоже вырежу вот так вот. А может, просто заварю. Короче, посмотрим. Все, дальше будем врубаться. Тут где позаваривал, еще вот так вот двойкой металлом усиливаю, где были жесткие трещины. Может, еще тут сейчас кину. Может и нет. Тут точно буду кидать. Тут еще вот трещину нашел. Сейчас тут проварю. Короче, она вся какая-то в трещинах. Так, парни, ребята, сейчас я вам подсветочку включу. Оп, чик. Там шов с этой стороны проварены. Тут швы вот так вот такие. Ну, я их просто не зачищу, поэтому они конченые. Тут тоже все проварено. Все, тут вот так вот. Сейчас все черное мастикой замажем. Тут двойка пластина стоит вот здесь. Я, по-моему, показывал, не помню. Сейчас грунтик подсохнет, я пока покушаю. И буду собирать. Потихонечку. Соберу, включусь, покажу вам уже готовый результат. А в принципе, какой готовый результат? Просто машину собрать-то и все. Ну, потом выгоню, покатаемся, может, еще завтра. Так, посмотрим, что понравилось в этой тачке, короче. Смотрите, какая защита. Просто, ну. Бронепластина, блядь. Это просто жесть. Вот эта тема. Ну так, пацаны, уже все получилось. Ждем до завтра, чтобы завтра высохло. И завтра буду собирать. Тут вот так. Просто подбрызгал там красочкой кое-какой был. Ну, швы конченые, как я говорил. Тут вот так. Все, завтра включу, продолжение сниму. Так, парни, сделаю китайца этого. Вот так получилось. Так, а что получилось? Я там просто заварил, да и все. Заварил, короче, все собрал. Сейчас позвоню хозяину, приеду, пусть забирает. Машина сама по себе конченая за такие деньги, как он ее взял, конечно. Но, допустим, вот такие нюансы тут. Надо перекрашивать все. Где тут еще? Тут вот переход когда-то кто-то делал. Чей-то переход по лаку. Дальше. Крыло. Лака нету. То есть вот так должно блести. Тут вообще ни хрена нету. Все матовое. Тут еще более-менее. А, тут двери тоже лак слез. Жопе вот так вот нет. Короче, а пригонял он ее, потому что когда глушишь, он думал, что то этот, как его, он сейчас дверь заведу, он думал, когда ее глушишь, такое тарахтело, он думал, этот металл, короче, бьется, но это в двигателе звук, нахуй. Вот если слышно будет, сейчас я ее глушу. Как или цепь, или балансир, вал. Непонятно.
А еще прикол, пока сцепление не выжмешь, стартер не крутится. Не знаю, первый раз такое встречаю. 249 тысяч пробега. Ну такая машина, я вам скажу, что чисто по селу там гонять может, я не знаю. Ну, блядь, сцепление, блядь, ведет. А, что-то коробку надо как-то включать аккуратно. Полный привод, нахуй. На дизельная, ну. Сказать, что она подрывает, я бы не сказал. Конечно, дура здоровая против Жигуля, против даже Хонды ЦРВшны. Ну, я против, ну, на тех тачках, на которых ездил, допустим, да, то это, конечно, блядь, танк. Ну, турбина гудит, блядь, как в самолете. Короче, это, пацаны, китайский трактор, нахуй. Ну, тупая на разгон, конечно. Ладно, все, сейчас звоню хозяину, начинаю порядки гаража наводить. Пусть забирает ее, нахуй. Китайский танк. Ну, тачка как бы неплохая, но... Не знаю, я бы себе, наверное, не брал бы. Хотя, опять же, цена вопроса. То есть, если ее рыночная цена там 7-8 тысяч, а он ее взял за пятерку, то как бы, блядь, просто что ее до ума надо довести. Вот это с двигателем какая-то непонятная херня. Ну, вот сейчас я заглушу, послушаю. Нормально. А ну. Ага. Ну, это с трансмиссией что-то. Короче, если держишь сцепление и глушишь, что она так не тарахтит. А если без сцепления, то она... Я не знаю, что там, блядь. Что-то с движком и сцеплением связано. Где-то там. Знаю я. Это, короче, у него наебнулся двухмассовый маховик. Стопудово, нахуй. Стопудово, пацаны, да. Это двухмассовый. Это ж дизельная тачка, блядь. Все, это двухмассовый маховик наебнулся 100%. Базаров нету. Все, пацаны, подписывайтесь. Дальше с ним, досниму ролик про ту Хонду, если на нее запчасти будут. Если нет, буду другую какую-то тачку брать. Все, всем пока, подписывайтесь. Ставьте лайкосы.